Всем привет, это канал «Хочу жить». Алкогольные иллюзии, давайте сегодня о них поговорим. Алкогольные иллюзии, это немного не то, что мифы, вот как вот здесь будет подсказка. Здесь два ролика про алкогольные мифы, там нечто подобное. Но немного другое. Мифы, это то, что сложно в обществе. То, что как стереотипы сложные в обществе. А иллюзии – это то, что человек сам воспринимает. Ну, то есть он обманывает себя. Он думает, что так оно и есть. Вот, допустим, иллюзии контроля. Это человек думает, что он может контролировать употребление спиртного. Что он может выпить столько, сколько он захочет. Но это не так. Это лишь иллюзия. Это он обманывает себя. На пачке сигарет страшные картинки. Они никого не останавливают. Все знают, что алкоголь и курение вредно. Но никого не останавливают эти картинки. А потому что все самообманываются. Все думают, все говорят, вот я хочу курить. Я хочу пить. Это самообман идет. И многие в разговорах, когда между собой разговаривают, и вот говорят там, ты зачем пьешь? Я вот за этим-то, а ты зачем? А я вот пью, потому что хочу пить. Я хочу. Я контролирую употребление. Я знаю, как остановиться. Но нет, он уже не знает. Уже употребление вышло под его контроля. Он, когда он так говорит, это уже все. Это уже он не контролирует спиртное. Также еще иллюзия состоит в том, что многие считают алкоголь как средство для поднятия настроения в компании. Средство общения. Средство увеселения. Но веселиться прекрасно можно и без алкоголя. Просто люди не умеют этого делать. Они настолько свою нервную систему ушатали, что им недоступно веселье без алкоголя. И организм требует, рецепторы требуют яда. Также иллюзия создается у людей, что алкоголь снимает стресс. Это также и миф, и стереотип. И иллюзии, то есть человек верит в то, что он действительно, алкоголь снимает действительно стресс. Но это не так. Алкоголь – это сильнейший депрессант. Он, наоборот, угнетает нервную систему и вводит вас в стресс. Но вы этого не замечаете, ну, потому что вы самообманываетесь. Вы всячески защищаете алкоголь. Вот, что бы ни случилось, алкоголь не виноват. Любая причина, но не только не алкоголь. Также еще миф один, что пиво утоляет жажду. Это частично миф, частично иллюзия и частично правда. Пиво действительно утоляет жажду, но в краткосрочной перспективе. Оно, вода, которая содержится в пиве, она утоляет жажду. Но спирт, который содержится в пиве, этанол, эту жажду он сушит организм, обезвоживает. И вода нужна, чтобы вывести спирт из организма, утилизировать его. И тем самым вам опять хочется пить. То есть нужно еще пить, и вы еще пьете пиво, еще, и так по кругу, пока не упадете. Также многие считают, что да, все равно все умрем. Уж чё, уж не пить. Да, все умрем. Базар нет. Но каково будет качество вашей жизни, это большой вопрос. Алкоголь ослабляет иммунитет, усиливает мгновение всяких простуд, всяких вирусов. И поэтому организм ослаблен. И у вас куча болезней. Хронических, тому же заболеваний, сердечно-сосудистых, заболевания желудка, заболевания печени, чего только нету.
Еще многие оправдываются, что типа пью за компанию, все общество пьет, и ну, как тут не пить? Быть белой вороной, что ли? Вы знаете, что белую ворону в обществе убивают черные вороны. Если белая ворона попадает черным, они ее убивают. Но это в животном мире так. А у людей не так, далеко не так. Тем более сейчас, в 21 веке. Да, там будут шептаться, будут обсуждать, будут говорить, да ты что, больной, что ли? Просто забить на это. Сказать, да пошли вы. Если вас не принимают таким, то смело шлите нафиг. Точнее, нафиг, а на три буквы. А если принимают, то все в порядке. Также многие еще говорят, да вот, типа там Хемингуэй, там Есенин, многие великие люди, они пили и творили. Так если бы они не пили, они бы сварили еще лучше. Написали бы лучше стихи, больше стихов, лучше рассказы, книги. Нарисовали бы картины лучше. Просто у них была сильнейшая алкогольная зависимость, и они не знали, как от нее вылечиться. В то время не было доступной информации, не было Ютуба, не было таких книг, никто этим не занимался. Эта болезнь была и была, она как... Люди, даже многие не подозревали, что у них есть зависимость, даже не было такого понятия, как зависимость. Также еще одна иллюзия состоит в том, что алкоголь типа придает смелость и он убирает страх. Да, действительно, он убирает страх, но смелости он отнюдь не придает. Он придает трусости, убирает смелость. Смелость нужна, чтобы нейтрализовать страх. А так как страха нет, то и смелости нет. Есть трусость. Поэтому смелости совершенно нету. Чем меньше страха, тем меньше смелости. Смелость – это способность одолевать страх. И еще одна иллюзия, что жизнь тяжелая, многие говорят, вот поэтому мы пьем. Да жизнь она от того и тяжелая, что вы пьете. Да, она не будет легче, если вы бросите пить. Но по-трезвому легче решать проблемы. Легче решать вопросы. Вот я инвалид первой группы, вы думаете, мне легко? Думаете, легко было вот встать с дивана, начать заниматься? Думаете, легко было на правильный путь встать? Отнюдь нелегко. Мне хотелось валяться на диване, жрать, пить алкоголь, смотреть сериалы, смотреть канал РЕН-ТВ и прочую фигню, новости всякие. Вот чего мне хотелось. Когда я первый месяц лежал дома после больницы, я вообще думал о суициде. Только я думал, как мне это сделать. Повеситься я не могу, так как я лежачий был больной. Я и доползал я только за спиртом, который у меня стоял для протирания. Компресс там делать, протираться. Так вот, я доползал до него, когда жены не было дома. Я ползком доползал, рискуя упасть с дивана, и добирался до него и пил. Там был чистый спирт. Но я его пил и водичкой потом запивал. Естественно, когда я бросил пить, ушли все мысли о суициде, о всем плохом. Мне захотелось жить, хотелось заново все как бы смотреть, что такое жизнь, поиграть в жизнь. Я уже рассказывал, вот могу оставить подсказку здесь, ролик про игру «Жизнь». Это вам не компьютерная игра, это реальная игра с отличной графикой. Смотрите этот ролик и поиграйте в «Жизнь». Ну что же, будем прощаться. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Всем пока.